В серьезной аварии погибла супружеская пара. ДТП произошло 23 ноября примерно в 8 вечера. Выезжая с прилегающей территории напротив дома номер 24А по улице Орджоникидзе, водитель 12-й не пропустил двигающийся по главной дороге Range Rover. В результате столкновения отечественную машину вынесло на тротуар. По словам очевидцев, удар был такой силы, что из 12-й вылетела женщина, сидевшая на пассажирском месте. Вместе с родителями в машине находился ребенок. 4-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Машина не успела перестроиться, Range Rover сбил, и машина несколько раз прокрутила, и девушка выпрыгнула. Короче, вылетела с машины. Прибыв на место, реанимационно-спасательное подразделение областной службы спасения эвакуировало с места маленького ребенка, девочку, которая находилась в бессознательном состоянии, в состоянии комы. И незамедлительно госпитализировал ее в 3-ю городскую больницу, непосредственно в реанимационную палату. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. По факту трагедии ведется доследственная проверка.